В эти дни в Домбае проходит межрегиональный форум на вершине 2024, где принимают участие представители благотворительных организаций, региональных и муниципальных органов власти из 20 регионов России. Основная тема форума – взаимодействие благотворительного сообщества, региональных и муниципальных органов власти, а также МЧС России в условиях чрезвычайных ситуаций. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Межрегиональный форум на вершине собрал более 100 представителей социально ориентированных некоммерческих организаций. Организатором выступил благотворительный фонд «Территория милосердия» и Ассоциация благотворительных фондов Северного Кавказа «Вершина». Основная тематика форума – взаимодействие НКО в чрезвычайных ситуациях. В ходе различных лекций и семинаров участники форума узнают, насколько важно тесно сотрудничать с различными ведомствами при оказании помощи пострадавших при чрезвычайных ситуациях. Более чем из 20 регионов приглашены. У нас есть международные спикер из Казахстана, который рассказывает на практике об устранении чрезвычайных ситуаций, таких как паводки в Казахстане, наводнение в Орске, Оренбургской области. Да? То есть наши спикеры представляют собой различные организации, такие как государственные, так и некоммерческие организации, которые на своем примере рассказывают, на примере своего региона, о том, как они ликвидировали чрезвычайные ситуации, с кем они объединялись и как они работали. Различные спикеры, представители общественных объединений, которые на своих примерах показывали, как они оказывают поддержку различным ведомствам в оказании помощи пострадавшим от различных катаклизмов. Также продемонстрировали работу различных добровольческих организаций в оказании гуманитарной помощи участникам СВО. Приятная аудитория, то есть задают вопросы во время дискуссий, вне дискуссий, то есть люди пытаются, скажем так, получить этот объем информации, который, возможно, в обычной жизни недоступен. Для нас, представителей общественных объединений, очень важно иметь представление, как нам в случае различных ЧС действовать и оказывать свою посильную помощь, отмечают участники форума. Важная тема для нас, для всех фондов, потому что координация в случаях чрезвычайной ситуации, она очень остро встает. Если у нас по итогу сегодняшнего мероприятия будет какая-то маршрутная дорожная карта, то это будет бесценно. Мы, дагестанская делегация, очень надеемся отсюда именно эту дорожную карту ввести. Форум проходит в рамках грантовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Карачаева-Черкесии при поддержке фонда президентских грантов. Алихан Лепшоков, Олег Молхожев, Вести Карачаева-Черкесия, Домбай.